бесконечно прекрасны. Мы об этом мечтать не смели с очень давних пор. Птицы в небо взлететь крылья нам не подрежут, чтоб свободно парить, творить и воплощать мечты. Прежде всего мне бы хотелось всех вас поблагодарить за то, что вы выбрали прийти в нашу еврогимназию. И этот выбор действительно даст уникальную возможность нашим детям расти, развиваться и открывать такие таланты, о которых они даже не подозревали, о которых вы даже не мечтали. Гимназия чудес немало встретишь ты. Тут мы с тобою знаем, что хотим, и нет с тобой нас выше. Гимназия была за каменной стеной, так велика земля, и знаю я, что нам открылся новый мир с тобой. Слово «новое» сегодня ключевое. Мы сегодня в новой школе. Вы будете здесь получать новые знания, появятся новые друзья, будут новые эмоции, успехи, достижения. Новое — это всегда волнительно, но очень интересно. Как поверить глазам, что за новое чувство? Нет прекраснее искусства, чем лететь навстречу с нам. Это не подготовка к жизни, это сама жизнь, полная, многогранная, интересная. И в нашей школе дети учатся не выживать, они учатся проживать эту жизнь и открывать для себя все новое, интересное. Я очень хочу, чтобы у нас все получилось. Гимназия зовет вперед, мы замечтали.